и вам, дорогой человек, я ничего не прошу, ничего не надо мне. Я христианин. Вы знаете, что Бог любит вас? И Он это доказал. В Слове Божьем написано, что так возлюбил Бог мир, что вот от Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Этот библейский стих говорит о том, что Бог так любит человека, что отдает Единородного Сына Своего, который оставил царство и власть небес. И становится обычным смертным человеком для того, чтобы спасти нас. Также в Слове Божьем написано, что верующий в Него на суд не приходит, а неверующий уже осужден, потому что не уверен в Единородного Сына Божьего. Также еще есть, когда Иисус был на земле, Он был со своими учениками, и Он сказал три слова, что все, кто находится в гробах, услышит глаз Божьего, и изыдут на небо судьбы, даже уйдут на смерть. Я хочу вам пожелать мира, удачи, счастья и...